меня пятеро детей. Сын от первого брака, трое девочек от второго брака счастливого и еще приемная дочь. Так что у меня всего пятеро детей. Могу сказать, как многодетный отец, что ничего лучше нет. Потому что они друг другу помогают. Но пока они растут, разное, конечно, бывает. Это проблема роста, это есть везде, у всех. Но в конечном итоге необыкновенная дружба. Они болеют друг за друга, они радуются, они плачут вместе. Так что, вот знаете, просто это отрада сердцу. В оркестре тоже очень много, в Национальном филармоническом оркестре много многодетных. И несмотря на то, что мы получаем президентский грант, который хватает на зарплаты, мы тем не менее делимся с теми, у кого много детей, помогаем им. Я знаю, что время непростое, и с финансовой точки зрения у очень многих, конечно, ситуация не из легких, но тем не менее это самая большая радость. Ради чего люди живут? Ради детей, ради продолжения рода, ради того, чтобы традиции продолжались. Это очень важно. Так что я за многодетные семьи и за счастье внутри каждой семьи.